Наша история началась 60 лет назад. Именно тогда группа энтузиастов решила открыть гамильчанам телевидение. Много довелось попрацевать старейшему радиоаматору, технику радиовузла Кирножицкому, инструктору радиоклуба Грилцову, как на экране з'явилися першие адлюстрования. С тех пор прошло много времени, но и сегодня телерадиокомпания «Гомель» — это команда энтузиастов, любящих свою работу. А региональное телевидение Гомельской области — это телеканал «Беларусь-4 Гомель». Самый широкий спектр тем. Самые интересные события и герои. Более 20 собственных телепроектов. «Беларусь-4 Гомель» — это тонны гигабайт интересного контента в эфирном и кабельном пространстве региона. Свежие новости и актуальные репортажи. Вас вітає служба информации телерадиокомпании «Гомель». Будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. Международные связи, инновации и бизнес. Яркие спортивные баталии. Жаркие споры в ток-шоу. Это будут темы, которые интересны всем. Искренние эмоции в телевикторинах. Каждый вечер неординарные гости, изумительная природа, достопримечательности региона, сохранение культурного наследия, конкурсы, фестивали и концерты. «Беларусь-4 Гомель» – жизнь региона глазами наших зрителей. Телерадиокомпания «Гомель» – это опыт и креатив, современное оборудование и интернет-технологии. Единая команда профессионалов – и неизменно высокий результат. А главное, телерадиокомпания «Гомель» — это член большой дружной телевизионной семьи, охватывающей всю Беларусь. Телерадиокомпания «Гомель» — с нами интересно.